мальчишки и девчонки, а также их родители. Когда вы слышите, что от приседаний растет талия, вы должны понимать, что это миф, а перед вами фитнес-выкидыш, порожденный, к сожалению, современной фитнес-бизнес-индустрией. Поверьте, все мои девочки, которые готовятся к соревнованиям, и не только, приседают, и никакая талия у них не увеличивается, а наоборот. Чтобы вы понимали, это все вам говорят для того, чтобы не учить, не тратить на вас время. Гораздо проще посадить, а еще лучше положить вас в тренажер. Запомните, чтобы выросла талия от приседаний, нужно приседать как минимум с полуторным своим весом на 10-15 повторений. Кто из вас способен на это? Так что смело приседайте. Не используйте корсетов, это все тоже чушь и мифы.